Итак, всем привет! С вами снова. И мы, это первое, кстати, видео. Мы начинаем играть в новую Counter-Strike. Не знаю, как вам сказать. И я немного поиграл, и даже очень много. Что? Как это? А, ладно, я понял. Так, мы сразу начнем играть, кстати, там есть у нас, да? Так, я хочу показать эту игру вам, короче. Давай сначала найдем игру. Игра, кстати, прикольная. Очень даже, кстати, прикольная. Начнем с Тарца. Даст. Переводится. И мы сразу начнем. Это, кстати, первое видео. Так, я помучил. Давай грузись. О, так. Пойдем за них, потому что нам за них надо только выбрать. Так, позабыла, должно быть ничего. С нас наши, да? О, одно. Думаю, что у меня громкость слишком была. Сейчас помощь настройки звука. Как же настроить-то? А, блин, такой сильный звук. Ого! Звук слишком сильный. Это вообще ужасный звук. Я не знаю. Где последний-то? О, стоп, я уже есть последний. Так, я сейчас помогу наверняка. Ладно. Я помру, я знаю. О, ладно. Автомат есть, это хорошо уже. Да неужели? Так вот жить можно. О, да, кстати, я забыл купить снаряжение. Я куплю это. Ах, нет, динамики все еще такое. Помощь настройки звука. Чуть-чуть, звук у меня бьет уже. Я не знаю, извините, что так вышло, у меня просто слишком сильный звук. Модель слишком уж много и сильно. Просто извините. Сейчас будет лучше. Я точно не знаю.
Каждый на два. Можете, в принципе, и посмотреть. О, вот, нормальный звук. Нашел. Это будет, наверное, слишком тихо, но это, извините. Вот я сидел тихо. Потому что это слишком громко. На ухо боят. Оу. Я сразу скажу, я никчемный игрок в этой игре. Меня убил босс, но наверняка на самом деле за сложности. Ладно, я также поступлю. Я ставлю босс. А как им ставить? А, да, точно. Потому что у нас нету пока что боссов, все умерли. Подкалываем. Ну, они разминируют. Все понимаю. Ну да! От четырех! Извините, что я буду к этому. Да идиоты только. Но, пожалуйста, что я не очень-то умею играть, выбрал. Попробую поиграть, нормально, я ничего не обещаю. В этой игре сидят вообще какие-то игроки, которые вообще в этой игре, я понимаю. Да неужели? Я убил. И выжил. Аллилуйя. Спасаюсь с них. Насколько это видео будет длиться. Смотрим, как бы до смены раунда. Вот первая часть. Окей. Всем понравится. Я выжил, аллилуйя. Так, у меня мины. Вот так вот вижу тоже. Ну, кажется, это был. Ну, он ушел. Я возьму пока что автомат. Рот мой получится дымить. Не знаю, что я сделаю, чтобы чуточку уменьшить, но надеюсь, что будет не слишком дымить. Даже навыки наоборот. Я быстренько его сделаю. Так, вашу реакцию. У них осталось 11 человек, и его уже убили. Так, я, конечно, не очень сильно влияет в эту игру. Я наоборот их было, что я сейчас сказал. Но у меня очень хорошо получается, хоть даже если вы сейчас видите опять, это редкое везение у меня. На самом деле я помню. В этой игре. Вот. Нет, я туда не буду идти лучше. Там какой-то. О, боже, у него же пулемет, я мое, так нельзя. О, есть два бота, есть два бота. Давай! У него есть только пистолет, вы с ума сошли? Орин, ты меня огорчаешь. Да вы шутите. Ну, хоть кого-то убил. И это был не я. А, это же был бот, это... Ах, ладно. Скоро раунд кончится. Хотя, может быть, не скоро. Да если дело получится быстро. Чем больше, конечно, живем. Чем больше наш шанс. Вот еще и дальше будет какой-то видео.
меня чуть не зарезал. Здесь было вообще было не круто. Ну не. У них мало шансов. Кто их знает? Оу, извини, чел. Хотя это бот. Ну не важно. Я специально вводил эти дороги. Хотя я уже того чела тоже убил. А совсем ходил, наверняка этого чела быстро убил. И меня лучше. Меня лучше, если он тоже убьет. Это дай. Я вообще судил. Это же извиняет, но это быстро все-таки. А, ну да. Раунд кончился же. Да, уже скоро закончу. Я хочу быстро показать игру, а потом уже будет побольше ролики. Надеюсь, не видео не будет около часа. Я только начал. Блин, я испугался. Вообще. Ой, блин, подожди, да. Воу! Оу, там чел. Со снайперкой. А, где? Кто? Что? Где? Как? Где? Там есть. Я знаю. Я боюсь. Мне нужна граната, зачем она мне нужна? Это было классно. Так, я боюсь сюда идти. Чел ты первый. Там безопасно. Не, ну что такое? Ах ты ж! У меня кончились патроны. Оу, я вот. И все. И на пробуем. Зачем его угонять-то? Он же ничего никому не сделал. Неплохой результат. Да, я боюсь, где я пойду. Не. Чудо. А, это не бот. Тихо. Меня убил бот? Это унизительно. Сто дизлайков мне. Топ. Сто дизлайков. Топ. А, ладно, ничего страшного. Ну, бывает, что поделаешь. Бывает же, верно. Ничего страшного. Думаю, пора заканчивать. Сразу нету. Но я брать не буду. Уж слишком уж оно такое. Тут наверное... Все, это закончен раунд. Что ж, всем спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами был Спанч Боб. Всем удачи!